IT-сферы. Знаешь ли ты, что общего у черепашек-ниндзя и эпохи Возрождения? Учителя гимназии города Троицка на одной волне с детьми. Снимают креативные видео по своим предметам и набирают просмотры. После анализа обычных уроков выбирают самые интересные и жизненные вопросы. Дают ответы коротко и ясно. Канал «Мозгонавтика» помогает детям изучить и усвоить информацию за короткий срок. Ведь наши учителя объясняют все кратко и доходчиво. Нам очень нравится контент, который снимают учителя для нас в приложении нашего поколения. И мы бы хотели видеть больше учителей в этом приложении. Итак, сегодня мы поговорим о словах, которые называются «ложные друзья переводчика». Это пара слов в русском и английском языках, которые пишутся и произносятся похоже, но имеют совершенно разные значения. «Magazine» переводится как «журнал». «Biscuit» означает «печенье». «Intelligent» чаще всего переводится как «умный». Школьный проект «Мозгонавтика» в ТикТок – это исследовательский полет с командой мозгонавтов нашей гимназии, в числе которых учителя, ученики и родители. ТикТок сегодня – это социальная сеть, которая стала подростковым феноменом. И этот проект для нас, для нашей гимназии, является инструментом реализации информационной политики нашей школы. Наш проект сформировал целую команду единомышленников. Благодаря данному каналу вы можете узнать много интересной информации и полезных лайфхаков. Мозгонавтика поднимает настроение и настраивает на позитивный лад. Данный канал позволил нам узнать учителей с другой стороны. Благодаря такому школьному каналу ученики могут проводить время в соцсетях с пользой. Подписывайтесь на «Мозгонавтику». Социальные сети благодаря активности школ становятся все более образовательными. У педагога здесь лишь минута на объяснение. Учителя сами следят за трендами, выделяют главное, создают новый контент. Мелко нарезано, но каждый кусочек полезен. Это программа «Школа 0».